Экстренная посадка военного самолета. Борт Ан-12, летевший из Челябинска, перевозил около 20 человек. Но при заходе на посадку у самолета не выпустили шасси. Самолет госавиации следовал с авиабазы «Шагол». Во время посадки диспетчеры аэропорта увидели, что шасси не вышли прямо перед посадкой за 50 метров до взлетно-посадочной полосы. Пилоты о проблемах на борту не сообщали. Борт приземлился на брюхо. К нему выехали 4 пожарных машины и 1 скорая. Произошло небольшое возгорание, которое быстро ликвидировали. Во время экстренной посадки никто не пострадал, никаких разрушений также не было.